Сейчас мы поработаем с глазами. Глаза у нас окна, через которые смотрит ваш дух. Вот внутри вас дух, у каждого своя духовая сущность, она смотрит в мир через глаза. Поэтому глазки должны всегда быть чистенькие, да, то есть как стеклышки, не грязные. Через грязное стекло не видно ничего. Поэтому, значит, сейчас снова будем разогревать руки. Вам нужно поджать половые органы, а также анус, поджимаем серединку, правую и левую зоны. То есть вот вся вот эта часть у нас поджимается. И мысленно энергию отправляем в зону глаз. Концентрируемся на глазах. Делаем вдох. Поджали анус, энергию в глазки. Задержка дыхания. Выдох. Еще раз. Вдох. Задержка. Поджали анус. Энергия в глазки. То есть можно закрытыми глазками концентрироваться, и тогда начинает энергия идти в эту зону. Значит, массируются глазные яблоки. Сейчас мы с вами будем делать вот такой массаж, значит, кончиками пальцев аккуратно начинаем массировать. Закрывайте глазки и начинаем массировать глазные яблоки в одну сторону, потом будем обратно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И в другую сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Теперь переместились. Переместились. Видите, там он массирует все точки, рисуночек рядом, глазик закрытый. Переместились, массируем вот здесь. То есть, если есть какие-то у вас болевые места, когда вы будете массировать, нежно их как следует прокачайте в обратную сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И на внутреннюю часть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Значит, 10 в одну, 10 в другую. Дальше. Теперь вот здесь нижняя века, серединка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Дальше по краям. Внешняя часть глаза, нижняя века. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Не морщим лобик, не поднимаем высоко мышцы лба. Раз, два. Внутренняя часть глаза. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Теперь, то есть кончиками пальцев аккуратно промассировали серединка верхнего века, внешняя часть верхнего века, внутренняя часть верхнего века, нижняя серединка нижнего века, внешняя часть нижнего века, внутренняя часть. Обращайте внимание особое на внешние и внутренние уголки глаз. Там находятся точки меридиана желчного пузыря, воздействие на которые помогает излечивать глазные болезни. Посмотрите по сторонам, у кого сейчас улучшилась резкость. Сейчас делаем такое, тоже смотрите на рисуночек, делаем такое смешное упражнение. Слегка взяли кожу век, то есть сильно не жмите, но как бы взяли и вот так раз от глазика оттянули. То есть это для лучшего выделения слезной жидкости, для увлажнения глазок. Ну, сделали несколько раз. Взяли так, слегка зажали. Раз, два, три, четыре, пять.
Много не надо и разгладьте потом, чтобы морщинок не было. Слегка, значит, 5 раз большим указательным пальчиком, 5-6 раз захватили верхнее веко, приподняли, сделали. Дальше сгибаем указательные пальцы и делаем такое растирание верхней и нижней кости, глазной впадины. Делаем так, раз, два, по бровям делаем, да, верхний массаж. Дальше снизу делаем, кожу не тянем по поверхности, а потом уже делаем по точкам, пошли. Внутренняя часть бровей, серединку круговыми движениями прокачали. Внешняя часть бровей, внешняя часть нижнего века, серединка. Вот так лучше ее продавить. И внутренняя часть. Еще раз. Раз. В обратную сторону пошли. Два. Три на верхнее веко перешли. Серединка. И внутри. Продавили. И снова сглаживаем. Раз. Два. Три. Нижняя часть. Раз. Два. Три. Так, как сейчас, какие ощущения? Еще резче стало? Еще лучше стало глазкам? Что делать, если ваши глазки устали? Значит, вертикальный палец примерно на расстоянии 1,5 метра. Ну, то есть полностью руку так оттяните от себя на этом расстоянии. У меня сейчас, если я поставлю, не хватает места до компьютера. Поставили палец и начинаем смотреть, не моргая. Сконцентрировались. До состояния жжения в глазах. Не моргаем. Прям вот сильно-сильно терпим. И когда уже не в моготу, жечь начинает. Тогда можно моргать. Ой, хорошо. Прям прочистка мощная. Что происходит? Когда начинается сильное жжение, даосские мастера считают, что в глазах сгорают вредные вещества, которые скопились в теле, какие-то токсины, они сгорают. Глазки начинают слезиться, они укрепляются, и в этот момент очищение происходит, очень мощная чистка. Заканчиваем упражнение на глаза, разогрев рук. Накрыли глазные впадины ладошками и делаем вдох через ладони внутрь глаза. Вдох и выдыхаем. Опять в середину ладошки выдыхаем. Выдыхаем тепло, энергию через глазки. Вдох и выдыхаем. И последний раз вдох. И выдыхаем. Вот какие глаза красивые. Посмотрите-ка на себя в зеркало. Как глазки-то заблестели. Вот это да. Вот это преображение. Заканчивать мы будем таким упражнением. Втягивание глазных яблок внутрь. То есть мы сейчас просто вдыхали энергию внутрь втягивали. А теперь вы будете представлять, что вы глазные яблоки вместе с энергией внутрь засасываете. Очень мощная практика, очень. То есть очень полезная, потому что вы же знаете по глазкам диагностику. Вот там есть разные части, каждая часть связана с соответствующей зоной, с нервными окончаниями. И представьте, что вот вы делаете как бы массаж глазных яблок. Одновременно получается массаж тех или иных органов. Они укрепляются, улучшается работа этих органов, вообще головного мозга. Упражнение отлично укрепляет мышцы глаза.
С возрастом мышцы глаза ослабевают, из-за этого ухудшается зрение, потому что глазами не занимаемся, вообще ничем не занимаемся часто. Вот, что будем делать? Значит, сейчас снова вдыхаем, то есть разогреем опять по-даосски, ручки разогреваем, на вдохе весь анус поджимаем, мысленно энергию подтягиваем в глаза. А, подождите, сейчас я сделаю. А, нет. Смотрите, здесь как делаем. Ручки разогреваем, делаем вдох, поджимаем анус и глазные яблоки тоже на вдохе втягиваем. То сейчас я просто не смогу все это сказать за одну секунду. Еще раз. Вдыхаем, подтягиваем анус, глазные яблоки внутрь, держим, выдох. Ручки разогреваем, вдыхаем. Глазки втягиваем, держим, выдох. Итак, начали. То есть на вдохе все подтягиваем и глазки внутрь, глазные яблоки внутрь втягиваем и анус втягиваем. Еще раз. Раз, два. Выдох. Еще раз, последний раз. Вдох, все втянули. Получилось? Вы как будто, когда втягиваете глазные яблоки, как будто вы на макушку хотите посмотреть внутри. То есть мы, когда втягиваем их внутрь, старайтесь прям в макушку и втягивать, потому что мы стимулируем гипофиз и шишковидную железу при этом. Ну-ка, давайте еще раз попробуем так втянуть, чтобы вы как будто на макушку их втягиваете. Втягиваем вдох. Еще раз втягиваем анус и глаза. И последний раз втягиваем анус и глаза. Очень мощная практика. То есть весь головной мозг стимулируется. Гипофиз, шишковидная железа, прокачка энергетики, проекция на все органы массируются при этом. Вот, собственно, укрепляем, кроме этого, боковые двигательные мышцы, да, тут и слуховые каналы, и барабанные перепонки, то есть что только мы там одновременно не задействуем. Вот. Это первая практика из части большого комплекса даосских практик по исцелению и помоложению. Напишите, понравились ли вам эти практики, получается ли у вас. Как ваши ощущения? Добавилась ли у вас энергия? Угу. Ирина пишет, очень хорошее самочувствие. Глаза как бы воздухом наполнились, прочистились, да, глазки у нас? Угу. То есть эта практика теперь вам будет помогать в жизни. Глазки проработать, зрение улучшить, снять головные боли, убрать какие-то процессы дисбаланса, которые в голове происходят. Ну что ж, на сегодня я заканчиваю.